Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds Epic. И у нас с вами выбор, либо сюда, либо сюда. Куда пойдем? Наверное, давай-ка сюда сходим. Кстати, один из подписчиков сказал, что здесь у нас где-то есть секретный босс. Свинья Посейдон. Я, честно говоря, не вижу, где он. Может быть, дальше откроется? Поэтому давай вначале мы все-таки вот сюда сходим и посмотрим, что у нас тут. Так, пираты. Свинская мощь 192. Ну, я думаю, что мы их разберем. Поехали, будем приступать. Кстати, сегодня надо будет еще, наверное, сделать нам магические напитки серию. Что скажете? Я думаю, вы будете не против. Ладно, об этом потом. А сейчас у нас разборочки. Начнем. Так, неплохо. Бомбочки вот эти меня немножко смущают, поэтому я их разберу. Так, этот задумался. Что-то хочет сделать. Массовая атака у него будет. Я этого не позволю. Я не должен ему позволить атаковать нас всех. Но, к сожалению, я не успею. Поэтому предлагаю сделать броню. Друзья, я делаю броню. Добью... А, нет, не получилось. Вот сейчас добьем. Да ладно, иммунитет, елки-палки. Упс. Это печалька. Так, а вот это вот мне не нужно. Он, смотрите, что сделал. Ярость. Ну что же, влупим. Хорошо. А теперь, наверное, мы... Нет, перчик потом применим. Нам нужно как можно быстрее его разбомбить, потому что следующая атака, я думаю, будет очень критическая для моих птичек. А ну-ка. Раз. Два-с. Ага, ну что, еще по ударчику. И на следующем ходу мы его с вами сможем победить. Давайте-ка. Все, друзья мои, морячок отдуплился. И мы с вами прошли этот уровень. А мне интересно, куда нас с вами перебросят. Так, ну-ка. Шикарненько. Интересно, куда наша дорожка дальше пойдет? Покажите, пожалуйста. Собирай бесплатные ресурсы в прибыльных местах. Я, в принципе, всегда собираю, как только... Ух ты, затонувшая пирамида. Пройди подземелье и получи кучу пятачков. Доступно каждое воскресенье. Каждое воскресенье, ребята, доступно вот это будет подземелье у нас. Ну что ж, неплохо. Давайте, наверное... подожди-ка. Нет, ох, ё-моё, 357 свинской мощи. Нет, я сюда пока не пойду. Дайте-ка я вот сюда загляну. Свинская мощь 201. А почему таким оранжевым цветом все это подмечено? Кто мне скажет? Давайте возьмем помощь нашего свина Хряковича. Так, и втроем отправимся. Ну, мне кажется, что здесь надо брать, наверное, Матильду. Так, что у них? У них, наверное, какая-нибудь защита будет, да? Так, зарядка. Это все понятно. Здесь у них пассивная атака. Это все ерунда. Здесь дает иммунитет к негативным эффектам. Значит, нам здесь не понадобится чак, а понадобится, скорее всего, бомб. Или весельчаки. Кого же лучше взять? Ну-ка посмотрим по силе. Если я возьму весельчаков, 337, а если бомба... 352. Все, наверное, мы с вами пойдем именно этим отрядом. Почему чака я не взял? Потому что, ребята, ну, он у нас травит. Ох, красоты. Не зря ли я это сделал. Ладно, посмотрим, что у нас тут получится. Отлично. И вот этого. Массовых атак у нас здесь нету. Ярости чаковской тоже у нас не будет. И от хила у нас не будет. Придется как-то вот выживать таким отрядом. Попытаемся. Так, давай вот этого уничтожим. Этого уничтожим. А как же мы с вами будем хиляться, а? Друзья мои, надо было Матильду-то, наверное, все-таки мне взять. Сглупил я маленечко, да, получается. Ладно.
попробуем как-нибудь с вами здесь дожить. Ох, нас даже могут здесь оглушить, оказывается. Это плохо. Блин, это, ребята, очень плохо. Ред у меня просто целый уровень простоял. Что? Что? Они оживают. О-о-о. Фу, нам повезло. Но мне кажется, мы далеко здесь не уйдем такими темпами, потому что мне надо было брать кого-нибудь из хилов. Так, здесь у нас кактус, маг. Давай, наверное, с кактуса начнем. Ох, у него броня еще. Он наверняка на себя сейчас повесит какую-нибудь защиту. Оу. Тихо. Что он там сделал? Вот если мы его будем атаковать, мы будем получать с вами урон. Поэтому это как бы не в наших интересах. Да успокойся ты уже. Ох, что делает, а? Ну-ка, если его... Да, мы, ребята, будем получать урон. Так, я, наверное, накажу вот этого. И вон того надо наказывать обязательно, ребят. Ой, у меня, кстати, скоро Ред погибнет. Как же так-то, а? Как же это так получается? Блин. Я даже не знаю, что нам делать. У меня есть какой-нибудь отхил? 10 монеток тратить я не хочу. Я этого делать не хочу. Ну ладно, придется нам, наверное, проиграть здесь, на этом уровне. Но это моя ошибка, честно говоря. Потому что я сам тут сглупил. Я попробую сейчас переиграть. Я попробую переиграть этот уровень. Только на этот раз я возьму Матильду и Чака. Так, что ты у нас делаешь? А, он, по-моему, хилит, да? Он хилит. Ну, это слабенький от хилов, на самом деле, идет. Давайте на автобой поставим. Можно даже не доигрывать этот этап. Можно просто, наверное, уйти. Хотя нет. Нет, уйти не получится. Посмотрим хотя бы, как они тут сыграют у нас. Этот кактусенок еще у нас, я не знаю... А, он отравляет. Да? Понятно. Так, этого мы подбили. Сейчас бедный Ред у меня, кажется... Да, Ред погиб, и остается Хрякович. А знаешь, в чем проблема? Что если я сейчас Хряковича отыграю, в следующий раз я его не смогу взять. Ты понял? То есть он дается только один раз. Получается, что я не смогу это испытание пройти. Да, друзья, нам придется тогда сейчас просто вот проиграть и пойти на основную сюжетную линию, да? Проходить ее. Потому что, ну, здесь без Хряковича двумя персонажами мы с вами не справимся. К сожалению. Как бы я ни хотел. Воскресить птиц. Даже и не буду заморачиваться. 10 монеточек тратить. У меня их 24. Мне всего лишь нужно 3 монетки найти золотые. Мы с вами лучше будем ролить нашу свинку, да? Где можем получить легендарные шмотки. Ну, по крайней мере, шанс такой будет. Эх, жаль, конечно, немножечко, но ничего не поделаешь. Зато я посмотрел. Я посмотрел, что у нас и почем. Поэтому переходим с вами вот сюда, на этот этап. Погоди секунду. А если я вот на этот этап перейду? Вот, 247. Здесь как-то получше будет. Убираем бомбу и берем нашу Матильду. Поехали. Жалко, конечно, что с подземельем получилось плоховато все. Бородач. Это как раз по мне. Ого, бронявый. Парнишка-то бронявый. Что будем делать? Слушай, а что они такие сильные-то здесь? Ха-ха-ха. Их так просто не взять нахрапом. Ой-ой-ой-ой. Им силу атаки повысили, верно? По-моему, да. Ну ладно, мы будем с вами сопротивляться. Надо вот этого вот, наверное, бородача быстренько забомбить. Потому что он самый коварный, по-моему, здесь. Ух ты! Ничего себе, они атакуют, ты посмотри. Давай захиляемся тогда чуть-чуть. Вот так вот. И попробуем все-таки уничтожить бородача. Да, получилось. Главное, чтобы Чак выжил. Все, ребят, применяем суперудар на Чака. И бомбим. Давай-давай-давай, вот этого вот... Не вышло, да?
Лучше мы хильнемся и атакуем. Ну что же, посмотрим, что он сейчас будет делать в Чака, а? Он хочет уничтожить не Чака, но он не успеет, потому что мы его быстрее разберем. И победа за нами. Сложновато. Ничего не скажешь. 3 звездочки, замечательно. Так, крутим рулеточку. Нормально, 3 ящика получили. Так, интересно, мы сейчас с вами выползем на сушу или будем также все по воде там шоркаться? Давайте-ка, покажите мне, пожалуйста. Хочу, чтобы мы вышли наружу уже на этот мостик. Так, приходит принц. Что он такой недовольный? Что он недовольный там? Ох, елки-палки, что у нас там впереди поджидает? Посмотри. Тут еще и маг прилетел. Так, они куда-то в пещеру в какую-то ушли, да? А мы с вами, да, мы вылазим на поверхность. Вот сюда. Покажите, сколько мощей у этих свинюшек. 335. Но это уже ни в какие рамки не идет. 335, ты представляешь? Так, а что у нас? Это я на арену зашел. Зачем мне на арену-то, а? На арену я пока не хочу. Мне здесь и делать-то ничего. Давай вот свинку с тобой крутанем. Что нам там выпало? Красная тряпка. Очень хорошо. Красная тряпка мне прям так нужна. Так, я лучше зайду к себе домой. Посмотрим, что у нас там творится. Ломай старое и ненужное снаряжение на дополнительные ресурсы. Дай-ка я здесь крутану нашу свинку. Ага, ух ты, это будет получше, чем в данный момент у Матильды. Конечно, экипируем. А она что, не стала одевать? Погоди-ка, нет, одела, по-моему, да? Слушай, неужели это оружие лучше, чем которое было у меня? Так, погоди-ка секунду. Прибавочка, ага, 12 к атаке. А какое свойство? С шансом 5% оглушить цель на один ход. Не, ребят, ну это на самом деле это ерунда. Отдай лучше вот это вот. Пускай будет атака поменьше, но извини меня, тут все-таки. Ага, смотри-ка, тут если мы с вами наберем предметы определенные, да, у нас будет особый бонус. Особый бонус. Это после применения любой способности ярости слабейший союзник восстанавливает 40% максимального здоровья. Вечная песнь, комплект. Погоди-ка, а терновый куст тогда вешает вот этот щит, что ли? Особый бонус. Вещь из комплекта лесная награда. Так, стоп, тогда это делает у нас головной убор, да? Терновое вино. Да, друзья мои, тогда слушай-ка. Тогда получается, что нам выгоднее действительно ставить вот это оружие. Хм. Вот если у нас будет здесь второй предмет, тогда да, тогда, конечно, лучше ставить гитару, да, и что-то тут здесь должен быть. Ну, второй предмет. Тогда да. А пока его нету, пускай будет снаряжение вот такое вот. Так, что у нас тут? Вау, вау, вау. Я могу все это поставить сюда? Блин. Как же так-то? А что у нас стоит у бомба? А почему крюк? Здравствуйте. Конечно, надо вот эту пушку ставить. Почему-то крюк стоял, интересно. Так, давай глянем тогда, что у нас еще тут стоит, то, что не нужно. Ну, у Чака вроде бы все нормули. Так, а я могу вот, например, вот эти вот шмотки объединить или нет? Могу. Бесплатно. И я получу какой-то определенный комплект, да? 20%. Слушай, ну я не знаю. Ребят, напишите, стоит вообще вот так вот делать, объединять или нет? Вы стопудово это знаете. Кто-то из вас наверняка уже это делал. Я пока не хочу рисковать, потому что мало ли эти шмотки у меня исчезнут. Я останусь вообще без оружия тогда.
Ну что, попробуем с вами как-то справляться. Свиньи уже, как я понимаю, пошли очень мощные у нас. Но с ними нужно как-то справляться. 335 мощей. Ужас просто. Нет, я могу, конечно, получить здоровье себе. Много. Но попробуем и так. А вдруг нам повезет? Всякое же может быть. Ух, так, три волны здесь. Поехали. Угу. Крепкие свинюшки, кстати. Смотри. И урон нехилый раздают. Так, ладно. Давай. Продолжим. Последняя тут остается. Бьет по Матильде. Матильда, лечись. А этого мы с тобой разберем. Фух, давай дальше. Кто там следующий? Ох ты, ох ты, ох ты. Вышли карапузы. Но этот будет сильный, ребята, он будет в броне. Его так просто не пробить. И, ага, нет, пока не будем. Мы вот сейчас, вот, ребята, будем с вами, наверное, использовать перец. Сейчас посмотрим, как у нас пойдут дела здесь. Или же лучше использовать, когда мы с вами вот эти вот мелких свинюшек подобьем. Как думаешь? Что лучше сделать? Давай, наверное, я все-таки их подобью. Так, остаются две маленькие свинюшки, да, и одна большая. Или же мы с тобой прибережем перец для того, чтобы на последней, третьей волне нам раздать звездюлей нашим противникам. Да, мы, наверное, так и сделаем с тобой. А пока просто похиляемся. Так, и вот так. И атакуем. Ну, буквально еще одна. О, все. Не дожил он. Я думал, что нам еще нужно будет одну атаку провести. Так, друзья мои, меня немножко отвлекли. Но ничего страшного. Продолжаем наше бомбилово. Погоди-ка. Погоди-ка, погоди-ка. Дай-ка я гляну кое-что. У этого броня, а у этого... Слушай, они практически одинаковые. Королевский XXL шлепок. Назовут же. Так, давай прописывать, короче, по полной программе ему. У них броня, но нет иммунитета, да? Отлично. Ой-ой-ой, сильно бомбит. Да хорош Матильду мою обижать. Олухи. Продолжаем. Ну что, этот уже, в принципе, готов у нас отдуплиться, я смотрю. А что он делает такое? Отхил какой-то влепил или что? Я не понял. Ну, готов? Я думал, что он уже сейчас погибнет, эта свинка. Но не тут-то было. А вот теперь, наверное, да. Смотри, еще живет. Так, здесь мы с тобой, наверное, хильнемся чуть-чуть. И будем уже атаковать вот этого свина. Ого, ударил он. Сильный был удар. Ну что, я думаю, это последнее, что мы сейчас с вами сделаем. Или нет? Ну-ка, раз. И два. Все, мы прошли. Мы прошли с вами этот уровень. Немножко меня напрягло это все. Но мы справились. Три звездочки. Крутим рулетку. Здесь у нас томаты. Вау. Нам опять повезло. Интересно, и куда же мы сейчас с вами направимся? Я думаю, так вглубь, ближе, как говорится, к замку. Так, смотрим. Стражник убежал от нас, да? Ага. А принц? Мы с вами переходим на территорию к принцу. Давай заценим, что тут у нас. 286, свинская мощь. Какие-то у нас тут... А, бумага. Улучшенный ресурс для ковки. Хорошо. Продолжаем нашу эпопею. Будем сейчас разбирать принца. Тут опять, наверное, три... А, нет, тут одна волна. А что он делает у нас вообще? Увеличивает входящий и исходящий урон на 25%. Действует в течение 3 ходов. У него есть уклонение. Отражать весь урон, превышающий 187 атаки. Вот так вот. Это вам не шуточки, друзья мои, это вам не шуточки.
Так, опа, тут еще и бомбочки прискакали. Что это означает? Что он такое сделал, а? Что он за щиты? Вот эти вот сломанные какие-то у нас. Ладно, мы с вами вот этого сейчас, наверное, атакуем. Бомбочки надо как-то нам тоже с вами уничтожить. Ага. Да хорош ты. Воу, только не говори, что это... Это будет массовый взрыв. Поэтому нам нужно как можно быстрее с ними разобраться. Давай сделаем вот так. И вот так. У нас перчик с вами. Да что ж ты будешь делать? Опять пришли. Опять эти пришли. Так, ну ладно, хорошо. Давай мы с тобой вот так сделаем. Немножко не то я сделал. Немножечко не то я сделал. Сейчас, если он призовет опять, а он призовет, мы будем вот так вот делать. Давайте-ка весь урон именно по принцу. Еще живет, да, Ахламон? Так, и вот так. Блин, этого было недостаточно. Слушайте, ну, все, по ходу дела, да, мы его победили. Мы его победили, здесь я сделаю отхил. Так, бомбочки активируются потихоньку. Ну, они не успеют взорваться, потому что мы их сейчас уничтожим. Так, погоди-ка секунду. Что это такое? Что это за выкрутасы? Неплохо, мы прошли с вами этот уровень. Честно говоря, я думал, что будет довольно здесь сильным этот принц. Почему-то нам не дали, кстати, с вами третью звезду. На каком основании, я не понял. Ладушки, давай посмотрим, что дальше у нас будет. Вы заметили, что игра немножко как бы подлагивает? Я не знаю, с чем это связано. Так, ну что, принц тоже убегает, я так понимаю, в эту пещеру. И нам, наверное, нам придется с вами драться с магом. Ну что же, переходим сюда. Фух, 230... Блин, этот кактус меня нервирует. Сейчас начнется тут, короче, да? Он будет нас, наверное, отравлять потихоньку. Ну что, я думаю, мы, наверное, займемся с вами магом в первую очередь. Потому что того фиг пробьешь. А мага нам нужно с вами как можно быстрее уничтожить. Что он сделал? Ага. Ё-моё, ничего себе, он тут наклепал на себя. Мне невыгодно его сейчас атаковать. Попробуем кактус. Ага, пока все хорошо. Ого, урон получаем. Друзья мои, урон просто офигенный. Он еще собирается массовую атаку сделать. Блин, я даже не знаю. Давай попробуем чака залечить. И вот так вот сделать. Сейчас, по-моему, кому-то чака потеряем, да? Потеряли чака. Вот это да, вот это мне не повезло. Так, сейчас я этого кактуса разберу и займусь. Он опять, да? Он опять сделал свою вот эту вот ерунду. Так, давай-ка мы, наверное, подлечимся с тобой. Ого-го-го-го, что же делать нам? Попробуем, друзья мои. Ага. И подлечимся. Сейчас будет опять массовая атака, да? О, и Матильду потерял. Ну-ка, еще разок. Оглушил его. Слушай, неужели я смогу его победить одним своим редом? Воу, вообще повезло. Да, друзья, я победил этого мага злого. Причем почти один. Одну звездочку получил. Ну, это понятно. Ух ты, как удачно выпало-то. Ну что ж, давай посмотрим, что дальше у нас будет. Наверняка сейчас тоже убежит в эту крепость. Почему-то мне так кажется. Они все запрятались, да, в нее? И король, и принц. Нет. Подожди, маг куда-то... Куда-то хочет улететь. Тоже он спрятался в этой башне. Ну что, друзья, давайте тогда мы... Ух ты. А что же вот это вот? Помните, у нас было задание с вами найти вот этот вот меч. Но чтобы его взять, нам нужно...
А как нам сюда попасть? Наверное, вот сюда вот, да? Отсюда мы с вами... Погоди-ка, секундочку. Немножко подлагивает, так что, ребята, не обессудьте. Если мы вот так вот с вами выплывем, вот здесь вот пойдем, и вот этот меч. Давай-ка мы, наверное, с тобой заберем меч. Потому что, ну, мне кажется, что мы там с вами дальше не справимся без этого меча. А меч нам нужен почему-то для орла. Орел попросил. Ну что, тут у нас три волны. Давайте потихонечку начинать разбирать этих парнишек всех. Угу. Три волны, как и полагается. Отойди ты со своим мешочком тут. Пристал ко мне. Отравляем. Отравляем. Ударяем. И давай вот так вот сделаем. Шикарно. Остается одна свинка, маленькая. Я предлагаю, наверное, сделать отхил массовый и добить. Нормуль. Так, что дальше у нас? Какая партия свиней тут? Покажите, пожалуйста. Ага. Шаман, два летчика, вертолетчика. Сейчас мы с ними разберемся. Так, я бомбочку, с вашего позволения, уничтожу. У нас, кстати, перчик накопился. Я думаю, что самое время его использовать. Так, что он сделал? Атаку повысил, да? Хорошо. Поехали. Наша месть пошла. Одного убрали. Теперь я хочу вот этого уничтожить. Ну, попытаться, по крайней мере. У них иммунитет, поэтому отравление на них не действует, как мы видим. Массовую атаку собирается сделать вот этот шаман. Вот то, что у него иммунитет, это, конечно, плохо. Что он сделает? Посмотрим, сколько урона он нанесет. Ого! Урон такой существенный на самом деле. Ну хорошо, что у нас с вами два хила есть, и мы восстанавливаем себе полностью здоровье. Так, он опять хочет сделать атаку массовую, как мы видим. Нам бы его оглушить бы, но не получилось. Сейчас ударит. Но здесь уже как-то послабее у них удар вышел. Давайте-ка его, наверное, добьем. И последние враги. Покажите, кто тут. Угу. Летчик с двумя бомбочками. А если я сделал... Нет, так не пойдет. Давай-ка мы, наверное, с тобой немножко по-другому сделаем. Сейчас эту бомбочку уничтожим. Так, она хочет взорваться. Уничтожаем вот эту бомбочку с вами. И применяем перчик вот сюда. Ну, чтобы все били именно вот этого вот летчика. Хорошо, то, что нужно. Опять он хочет сделать массовую атаку. Мы с вами хильнемся здесь и будем бомбить. И готовимся, конечно же, к атаке. Что он сейчас, массовая, да? Ох, елки! Как так-то? Вот это он ударил, друзья мои. Он просто чака сдул. Да и чего уж говорить, чака. Он всех практически уничтожил. Вот это да. Кое-как я выжил. Опасный типок, оказывается, был. Фух, три звезды. Это типа босс у нас, да? Три звездочки мы с вами получили. Давайте крутим рулеточку. Хорошо. Меня это, наверное... Да нет, давай-ка переролим. Да что ж ты будешь делать-то, а? Еще разок. Вот, вот так вот сгодится. Да, вот такой вот, ребята, бородач у нас оказался. Хитрый. Ладно, двигаемся дальше. Мы с вами должны получить меч. О, мастерство повышено. Это у нас на чака. Секундочку, мы можем с тобой... А, ну вот туда пойти. Это у нас ракушка, просто мы здесь с тобой ресурсы получим. Кстати, надо посмотреть, у нас же где-то очень много камушков, досочек, где мы можем получить с вами ресурсы. Кстати, здесь что-то мы можем заработать. Давай-ка посмотрим. И мы открываем с вами сундук. А в сундуке у нас что? Одна монетка и 60 пятачков. Еще нужно две монетки золотые, и мы с вами сможем пооткрывать свинку, паролить ее, да? Где у нас с вами ресурсы, а? Опа, еще сундук. А, ну это просто у нас, да?
лежит. Везде очень много сундуков разбросано, но я их... Так, этот пенек у нас пока не действует. Ракушка здесь раскрыта. Соответственно, мы тут ничего с вами не получим. Да неужели я все подкрывал? Да не может такого быть. И нигде ни откатов, ничего не произошло. А, вот, вот, ребят, видите? Валунчик созрел. А что у нас в этом магазине? Кто-нибудь помнит? Ага, слушай, я могу взять себе шапку капитана. Я куплю, ребят. За пятачки-то что не взять? А вот эти вот, конечно, придется, я не знаю, долго копить. Вот эти наборы. Но это, по-моему, имбовые наборчики. Так, смотрите, здесь тоже есть сундук, но я его не могу взять. Как к нему добраться? Каким образом, а? Смотри, прохода вроде бы нету, но он здесь находится. И где тот самый босс, про которого мне говорили? Где этот Посейдон? Ну ладно, давай сюда передвинемся. Посмотрим. Так. Свинская мощь 222. Я думаю, вполне должны справиться здесь. Еще и не таких, как говорится, с вами могли побеждать. Ну, а с этими уж и подавно справимся. Вот бомбочки меня, конечно, немножко тут напрягают. Практически в каждой миссии, да, эти бомбочки у нас. Хорошо, что они получают хороший урон. Сейчас они тут созреют. Но они не выживут. Мы сейчас их немножко еще отравим. И на следующем ходу они, естественно, исчезнут. А пока будем с вами вот этого вот охламончика добивать. Который у нас с щитом. Так, он хочет Матильду ударить. А этот без раздумий просто бомбит и все. А, так, секунду, давай-ка я, наверное, лучше вот так сделаю. А теперь, ага, нет. Хотел, думал, перец воткнуть. Но передумал на последней секунде. Кстати, у нас уровень сейчас будет. Отлично, мы победили. 28 уровень, поздравляю нас всех. Ну что, бородач, получил свое? Вот так-то будешь знать. Так, ну здесь я ничего не буду делать. И так сгодится, две ракушки, водичка. Мне просто интересно, куда мы сейчас с вами будем направляться. Какие противники нас будут поджидать впереди. Так, давай. О, три монетки, друзья мои. Три монетки, как раз то, что нужно. Мне не хватало две, а мы с вами получили три. Поэтому сейчас 10 свинок мы с вами сможем крутануть. Давай, поехали. Фух, была не была. Лишь бы нам фартануло. Блин, не то, не то, не то. О, ого-го, погибель. Ничего себе, вот это круто. Да ладно, ну что вы, ну... О, так, это у нас, видимо, сюда, да, пойдет? Отлично. Так, бомб, выкидывай свой ветхий листочек, у тебя вон карта новая. Ну что, я скажу, неплохо, ребята. Так, а что не хватает? Чуть-чуть не хватает, чтобы получить шмотку. Так, давай-ка посмотрим, наверное, видосик. Дайте мне крутануть. Ух ты, это что такое? Могучая карта. Это для наших весельчаков. Вот так вот. И... Да что ж ты будешь делать-то? Почему? Почему не дают? Или это так и должно быть? Честно говоря, я не понял. Ладно, если мы с вами где-то две монетки еще найдем, проверим. Так, что у нас тут такое? Подземелье. Так, воскресенье бесплатно. Но сегодня уже у нас, по-моему, среда. Недоступное подземелье. Как-то здесь немножко время идет не с реальностью, да? У нас сейчас среда. А тут почему-то воскресенье. Подземелье, затонувшая пирамида. Хитро. Ладно, друзья мои, дайте-ка я гляну на шмотки, которые я получил. Так, ну-ка, покажи-ка, пожалуйста. А, это щит, оказывается. А что он делает? Увеличивает силу атаки на 8%. Особый бонус. Вот если бы мне эту косу где-то взять. Замороженные оглушенные свиньи получают 200% урона в начале каждого их хода. Ты представляешь? 200%. Офигеть. А до этого у меня вот это было, да?
Блин, где бы мне сет собрать, а? Было бы прикольно на самом деле. Бомб у меня получил вот эту вот карту первопроходца. И также у нас вот эта вот шапка есть. Вот теперь он истинный пират. Но мы поставим, конечно же, то, что у нас лучше всего прокачано на данный момент. Так, я еще не посмотрел. Оружие. Что у нас здесь происходит? С шансом 20% снимает полезные эффекты с атакуемых врагов. Отлично. То есть она может снять защиту, я так понимаю, да? Может снять баф на физ-атаку. В общем, полезная вещь на самом деле. Ну что же, а мы с вами попробуем пройти дальше и посмотреть, кто у нас там будет. Какого врага нам подсунут на этот раз? Тем более мы с вами здесь на лодочке. А, мы уже с вами... Мы выходим на поверхность, друзья мои. Вот так вот. Свинская мощь всего лишь 104, и почему-то здесь всего одна свинка показана. Че, я буду с ней драться? Ну, так я же его сейчас разорву и на шашлык пущу. Поехали. Опа. Отравление. И... Нет, не добили. Отравление очень хорошо бомбит. Кстати, фон прекрасен, да, сзади? Какая-то там деревня, стена великая китайская. А мы где-то за стеной в трущобах деремся. И тут это, знаешь, пыль, все дела. Слушай, легкие довольно были свинки. Даже как-то несерьезно. Давай дальше тогда играть. О, три полена. И ресурсы, кстати, нам дают самые начальные, которые в начале игры выпадали. Хотя мы уже как бы ближе, наверное, к концу все-таки. Что такое? А, ничего, да? Я думал, что что-то произойдет. Но я этот меч сейчас заберу, обязательно заберу. Мне просто хочется понять, для чего он вообще нам нужен. 326. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот здесь уже 326. Вот здесь есть вероятность опаски, потому что вот этот вот свин в шапке, который типа как Индиана Джонс, у него обычно очень злые бафы. У него контратака или еще что-нибудь такое, знаешь, противное. Тут у нас сколько? Три волны. Три волны, да. Ладно, мы сейчас дойдем до него и посмотрим, что он там будет делать. Если накопится перчик, мы его, наверное, не будем с вами тратить сразу, да? Немножко прибережем. Ох, ты какой. Ой, сейчас кому-то... Ага, он указывает на Реда. Причем все втроем. Странные вы, ребята. Странные вы, ребятушки. Так, что он будет бомбить? Ну да, он ударил. Рука поднялась, так скажем, да? Давай хильнемся маленечко и добьем. Переходим на вторую волну. Смотрим. Ну, показывайте мне, где они. Ага, здесь бородач. И три малыша. Три малыша. Ну, начнем, наверное, с малышей. Потому что бородача нет смысла сейчас трогать. Он все равно, ребята, не погибнет. Так, Матильду хочет ударить. Хочет Матильду, поэтому я не позволю ему это сделать. Да ладно тебе, Чака он ударил мне. Он ударил мне Чака. Матильда, что нам лучше сделать с тобой? Хильнуть Чака или бомбануть вон того паренька? Ладно, сделаем тогда так. Надеюсь, я не зря это сделал. Главное, чтобы Чак выжил. Так, бородач кого бьет? Ага, бьют Реда. Это, конечно, нехорошо, но лучше. Потому что если бы они ударили бы Чака, он бы уже рассыпался бы у нас на самом деле. Так, ну что, бородач, сейчас мы и тебя уничтожим здесь. Погнали. Ну что, не нравится? О, он еще и оглушенный, поэтому мы с тобой успеем немножко похиляться. И, конечно же, добить. Переходим на последнюю волну и смотрим, кто здесь у нас будет. Вот, вот этот Индиана Джонс. Больше чем уверен, он сейчас будет... Ага, вот, во-первых, у него уже есть иммунитет, как мы видим. Но зато нет защиты против физической атаки. Так, посмотрим, что он делает. Ну да, да, друзья, он повесил на себя контратаку.
Смотри, я его бью. Он мне в ответку. Давай тогда так сделаем. Раз. Два. Нам повезло. Ой, тихо. Да как же... А почему он не погиб? Он должен был погибнуть. Почему? Эй! Зашибись. Как он там, на, извини меня, без жизни еще и дрался. Очень странно. Хорошо, мы выиграли. Мы получили с вами 3 звезды. Соответственно, сейчас крутанем рулетку. Что-нибудь получим. О, ценный бонус. Да, очень интересно было, да? Что у него не было здоровья, и он еще 2 хода смог драться. Удивительно. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Уже почти возле этого меча. Свинская мощь всего лишь 200. Ну, это нам, знаете, как семечки. Разбомбим и не поморщимся. Приступаем. Ага. Кого нам... Ну, давай начнем вот с этих вот, которые сзади стоят. Вообще на один удар. Этот тоже отдуплился. Так, они опять хотят мне атаковать Реда. Хотят атаковать Реда. Мы, естественно, будем сопротивляться с вами. Но они живучие, согласись. Так, сейчас будет... Отметил цель. И они все начинают бомбить. Чё ты смеешься-то, ушастый? Смеется он мне. На. И добиваем. Минус. Шикарно. А чё он смеется-то все время? Непонятно. Сейчас и ты получишь тоже. Досмеялся? Отравляем. Ну все, уровень пройден. Мастерство повысил у меня Ред. Видели, да, только что было? До 19 уровня. Крутим. Ладно, и так сгодится. 19 уровень, мастерство повысил Ред. Сколько нам еще там двигаться до этого меча? По-моему, наверное, еще будет, да? Один бой, судя по всему. Так, свинская мощь 112. Слушайте, а он здесь один? И такое впечатление, что он просто легендарный, вот этот боец. Особый враг написано было. Ох, сейчас мы, наверное, с вами тут... Оу! Чего? В плане, я должен над ним... Редом его забомбить? Ну, я тоже так сделаю. Так, он думает, да, что-то там. Зря я ставил защиту, я же не знал, что он так будет. Вот теперь, наверное, защиту лучше поставить. Сейчас ударит. Ого! Серьезно? Нам бы его хоть как-то глушить бы, я не знаю. Нет, совсем не нравится. Мне совсем это не по душе. Ну, дайте накопить перчик мне хотя бы. Мы не успеем, ребят. Блин, а что он такой жесткий-то? Слушай, он по мне еще ударит, да? Сейчас, наверное, вторую половину хп отнимет, да? Смотрим. Жесткий. Так, перчик накопился. Бомбим. Ух ты. Рассыпался. Это, видимо, был брат Реда. Легендарный птенец. Да ладно, и на этом пойдет. Слушай, ну, мне понравился вот этот вот щит, шлем его. Прикольно выглядел. Это, видимо, есть такой сет в игре. Так, и мы с вами берем меч. Вот только для чего? Так, орел всю эту тему увидел. Отдай мне, говорит, меч. Ред, вот ты так просто отдашь? Что происходит? Так, додзе могучего орла. Легендарная тренировочная додзе. Улучшай классы своих птиц и становись еще сильнее. О, как. Амулет додзе. Так, это 25 000 мастерство и 250 зачарованный осколок.
Могучий орел доволен твоими результатами и дает тебе 25 тысяч очков мастерства, чтобы прокачать твою команду по максимуму. Ага, и это стоит все 2500 рублей? Нет, ребят, конечно, это очень заманчиво. 25 тысяч очков мастерства, ты представляешь? Ну, это очень дорого, друзья. Я не согласен с этим. Я не хочу донатить. О, пенек нашли. Так, что у нас тут? То есть, а я вообще могу... Ух ты, мастерство плюс 500. Это для класса Red. Плюс 500. Тут для всех, да? Для Матильды, для Бомбы. Ну-ка давай для Реда. Ау, для всех классов. 1000 плюс, да? Для всех классов. 75 монеточек нужно. Ой, друзья мои. Так, что нам дальше? Дальше нам, по идее, нужно, наверное, идти в замок. Меч я забрал. Больше тут ничего нету. Я вот не знаю, что тут. А, попадья, 2000 пятачков. Слушай, круто. Но у меня таких денег пока нету. Поэтому, естественно, я купить не смогу. Но хотел бы, естественно. Так, друзья, ну что, наверное, мы на этом сегодня будем закругляться. Мы с вами увидимся обязательно в следующей серии. И продолжим играть. Я уже не знаю, последний это уровень или нет. Но я знаю, что здесь они все сидят. Защищают, так сказать, наше вот это вот последнее яйцо, которое мы должны забрать у них. Хотя, подожди-ка. Тут еще открылся какой-то у нас проход. Новый магазин откроется. Вот так вот, друзья мои. Я думаю, еще будет у нас не одна интересная серия впереди. Да, еще вот здесь подземелье не пройдено. Ну все, друзья, определились, короче. Так что, до новых скорых видосиков.